Это была самая необыкновенная весна из всех, которые помнил ежик. Распустились деревья, зазеленела травка, и тысячи вымытых дождями птиц запели в лесу. Все цвело. Сначала цвели голубые подснежники, и пока они цвели, ежику казалось, будто вокруг его дома море, и что стоит ему сойти с крыльца, и он сразу же утонет. И поэтому он целую неделю сидел на крыльце, пил чай и пел песенки. Потом зацвели одуванчики. Они раскачивались на своих тонких ножках и были такие желтые, что, проснувшись однажды утром и выбежав на крыльцо, ежик подумал, что он очутился в желтой-прежелтой Африке. «Не может быть!» — подумал тогда ежик. «Ведь если бы это была Африка, я бы обязательно увидел льва». И тут же юркнул в дом и захлопнул дверь, потому что прямо против крыльца сидел настоящий лев. У него была зеленая грива и тоненький зеленый хвост. «Что это?» — бормотал ежик, разглядывая льва через замочную скважину. А потом догадался, что это старый пень выпустил зеленые побеги и расцвел за одну ночь. «Все цветет!» Выходя на крыльцо, запел ежик и взял свою старую табуретку, поставил ее в чан с водой. А когда на следующее утро проснулся, увидел, что его старая табуретка зацвела клейкими березовыми листочками.